игра балда. А давайте сгадаем слово балда. Попробуйте с кем-нибудь из, не знаю, братьев, сестер, да? Я мама научила играть балду. Поиграть в балду. А меня мама учила. Что мы сейчас разыскиваем? Давайте подумаем. Слова. Мы искали отдельные словечки. У нас они получались. Когда из трех букв, из четырех. Когда из пяти. Когда даже из пяти. Когда даже, если по большому счету, здесь, вот в этой игре не получились из шести. Но почему бы и нет? Не получились. Можно и из шести. У нас получилось ведь. Ну как? Да, какое? Смотрите. Ну, они козаки. Ну, козаки. Да, да. Все-таки козаки мы по-русски не пишем, правда? Украинцы. И тем более... А мы украинцы, украинцы. Тем более начальная форма все-таки казак. Правда? Угу. Да. Условия мы пишем существительные в начальной форме. В начальной форме. То есть в именительном уже. И на самом деле, если потренироваться, то в балде получатся слова из семи, из восьми, и даже из девяти букв. Да, уже есть. Да, а мы его не называли? Бал. И еще одно. Так, нет, извините, если бал, он сюда. Бал, я не говорю бал. А еще да, не да. Можно наверх. Можно еще? Лучше не надо, все-таки идея, ее мы здесь считаем за одну букву.
осел. Есть ли такой же? Бег. Правда? Бегать. Если пушкир хотел бы писать «ск», это получился такой, знаешь, восточный. О, есть такая игра! Есть такая игра! Гол! Гол! А ты умеешь? Да, есть игроков, это правда. Блин! Круто! А еще чуть-чуть осталось. Одна клеточка. Да. Так, давайте пишем сюда что-нибудь.